Всем привет, товарищи. Уже, считай, глубокая ночь. Ну, считай, ночь на 12 мая. Вот, пожалуйста, что у нас в Москве. Хотите верьте, хотите нет, но это снег. На моем веку такой затяжной зимы еще не было. Ну вот, пожалуйста. Не знаю, видно, нет. Ну, сейчас, конечно, камера плохо берет. Но, в общем, трава зеленая. На деревьях листики. Вот, я не знаю, тут может видно где. Ну, в общем, листва на деревьях есть, распустилась. Ну, а вот вместо травы у нас сейчас, вернее, вперемешку с травой, лежит снег. Вот примерно как-то так это все дело выглядит. Попробую сфокусироваться. А вот крыша, кстати, бывшего трамвайного депо, она вся в снегу. Ну и, соответственно, машины едут еле-еле. Ну, хоть и машин немного. Честно говоря, да, весну, походу, уволили с работы. А тем, кто не переобул зимнюю резину, я сейчас искренне завидую. В общем, примерно как-то так. В общем, капец, 12 мая, снег идет. Температура, ну, на уровне 3-4 градусов выше нуля. Вот такая она бывает, весна в центральной России, или вернее, в западной России, да. Вот так вот в Москве весна проходит. На моем веку такое впервые. Поэтому снимаю, выкладываю. Посмотрим, что будет завтра утром. Всем пока!